В Дагестане наградили победителя крупного республиканского IT-форума «Киргу Киберфест 2020». Компания «Киргу» организовала площадку, где представители бизнеса, власти и науки смогли не только обсудить различные аспекты цифровизации многих сфер, но и перейти к конкретным решениям и проектам, поговорить о дальнейшем развитии Дагестана в сфере IT. В форуме приняли участие свыше 200 студентов вузов. Сильнейшие, подающие большие надежды, айтишники разбились на команды и соревновались за создание лучших технологических идей и решений. Ребята имели возможность посетить мастер-классы по созданию приложений, воркшоп по созданию эффективного IT-образования в Дагестане. Молодые таланты в IT-сфере – это вещь, которая будет двигать нашу компанию в дальнейшем. Подобное мероприятие, собственно говоря, преследовало наши сугубо практические цели. Мы хотели найти себе гипертолковых ребят. Надеюсь, что мы это сделали. Пожалуй, тяжело представить в современном мире какую-либо организацию или компанию без команды айтишников. Профессии в IT-сфере постоянно расширяются, появляются новые вакансии и специальности. А некоторые компании занимаются внедрением собственных программ обучения, подбирают и готовят кадры под себя. Они не понимают, что они реально могут свой ум применить где-то. Здесь они смогли понять, что его не могут применить, и поняли, как уже дальше развиваться. И при этом всем они еще сделали проекты, и их как бы некоторые компании как бы, да, позвали к себе. Поэтому я считаю это очень круто. На форуме также обсудили развитие IT среди школьников на примере проекта образовательного центра IT-Куб. Фанториум – дом знаний. Миссия компании «Киргу» сегодня – помочь подрастающим талантам заявить о своих способностях. Впереди еще много интересных проектов. Надеюсь, что все планы будут реализованы и поможем молодым людям открыть новые возможности для их творчества. Помимо прочего, состоялись презентации крупных проектов и компаний – IT-парка «Якутия», «Сигма-Про», а также выставки технологических компаний и роботов. Была разработана и концепция развития IT-образования в Дагестане. Вот и мы надеемся, что IT-предпринимательство в Дагестане будет развиваться, и местные IT-специалисты и предприниматели не будут уезжать куда-то для того, чтобы достигать больших успехов, а будут успешно развивать бизнес именно здесь, у себя дома. Хамза Нурмагомедов, Алина Багилова, Гаджи Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал НТ, Махачкала.